Здарова всем, это Фриз, и сегодня мы будем проверять и наказывать читеров на сервере в Майнкрафте. Играя я на Sunrise, где-то на экране ты видишь IP-адрес, присоединяйся. Также он есть в описании. Ну а перед началом рубрики ты должен поставить лайк, подписаться на канал, ну а мы поехали проверять. Ну что ж, друзья, у меня есть первое подозрение вот на этого молодого человека, он очень дико бьет. Просто, ребят, с разворота, не с разворота, вообще пофиг. Выходим с Ванишем и пишем ему: здорово, ты попал на проверку читов. Кидай свой ДС в течение 1 минуты. Алло. Ау. Алло. Алло. Включай демонстрацию экрана. Нажми на F11. Ой. Да, все правильно, все правильно, все нормально. Наведи на Майнкрафт, на окошко Майнкрафт. И теперь чуть приблизь. Нет, не вижу. У тебя просто белая полоска. Ё-моё, что у тебя с камерой? Ах, зайди в настройки. Листай ниже. Ниже, 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 ниже. Теперь папка с пакетами ресурсов. А зайди в точка Майнкрафт. А теперь Versions. А что такое Ares 2.5.1? Это вроде бы кликер. Ага, кликер, понятно. А что такое Squad Cracket и что такое Impact? Ну, это дата изменения. Ну, смотри, дата изменения. Захоронение тоже бан. Ладно. Все, до свидания, удачи, всем пока. Ребят, он был с читами, я уверен на 100%, поэтому он у нас отлетает в бан за 2.2, чат, вот так вот, подожди, стоп, 2.2, да, правильно же, да, нет? Нет, нифига не правильно, 2.1, чат, вот так вот, пам-парам-парам-парам, все. А, что, чего? Чего? Что? Ребят, это что такое? Это читы? Достаточно подозрительно, ребят. Напишите, пожалуйста, в чатик. Ой, какой чатик? В комментарии. Как вы думаете, это читер или нет? Потому что это очень, ребят, странно было. Я за ним еще понаблюдаю и вынесу свой вердикт. Блин, что... Что с ним? Я, ребят, не понимаю. Давайте еще раз к нему телепортируемся, и он снова здесь оказался. Что за фигня? Короче, давайте я не буду уже за ним следить, просто выключу ваниш. Вот такие вот... Что с ним, ребят? Что это? Привет, ты попал на проверку на читы. Как бы это банально не звучало, ну да. Кидай свой ДС. Проверка запрещена. Модерам разрешено. Друзья, он бежит. Я не пойду, мне к важнее. Понятненько. Мы его баним за 5.1, получается, да? Отказ... от проверки. Ну, вот и все, в общем-то. Хелпер пожаловался вот на этих чувачков. Сейчас мы включим ваниш и, естественно, к ним телепортируемся и посмотрим, чем они там промышляют. Они сейчас находятся на базе, но... Друзья, если на них пожаловался хелпер, значит, нужно их проверить, поэтому выключаем ваниш. Привет, это проверка на читы. У тебя 1 минута, чтобы скинуть ДС. Ха, ребят, смотрите, он сразу скинул ДС, прикольно. Друзья, он мне уже звонит, но окей, принимаем. Алло. Демка включается. Да, грузится. Так, вижу, да-да-да-да-да. Заходи в Майнкрафт, а нажми на F11 сразу. Теперь Escape, настройки, пакеты ресурсов, да, теперь ниже листай, погоди. Так, ниже, еще. Ладно, окей, здесь ничего такого интересного нет. Значит, заходи в папку Майнкрафт, зайди в первую папку, пожалуйста. О, стопы. Ага, я все понял, ладно. Майнкрафт, зайди, точка Майнкрафт. Зайди, значит, в Versions. Ага, что такое BL клиент? PvP-версии всякие. Ага. А зайди в точку Майнкрафт. А зайди в моды. Модс. Так, и давай здесь пройдемся. У тебя вроде здесь ничего нет. Что такое клиент-фиксер? Мне интересно. Это мод на шрифты вот такие. Угу. А зайди сейчас в Майнкрафт. Пропиши точка бинт. А, и хэштег бинт. Хэштег бинт. Все, я понял. И теперь включи экранную клавиатуру. И нажми теперь на Shift. А зайди в Майнкрафт и зажми его. Так, и нажми теперь на Escape. На экранной клавиатуре. Ага, все, все работает. Ну все, большое вам спасибо за проверку. Вы свободны. Друзья, вот на эту девочку Warrior Girl очень сильно жалуется античит. Просто мега жалуется античит. Куда? В смысле? Он... Я все понял. Я телепортировался, он ливнул. Прикольно. Короче, его очень-очень сильно фигачил античит, поэтому мы его баним за читы, либо же... Нет, стоп, не за читы, нет прямых доказательств, поэтому 5.1. И напишем в причине лив с проверки. Ребят, посмотрите вот на этого молодого человека. Он очень себя странно ведет, посмотрите, как он бьет, да? И у него есть спиды, ребят. А я, к сожалению, это не записал, как он здесь бегал быстро, вот. Поэтому давайте сейчас к нему телепортируемся, да? Вот он, да? Может быть, он сейчас продемонстрирует нам свой спид, а может и нет, посмотрим. Но, скорее всего, нет. Поэтому давайте я выключаю ваниш. Пинаю его вот таким вот образом, да? Пишу теперь в чатик. Здорово. Проверка на читы. У тебя 1 минута, чтобы скинуть ДС. Алло. Привет, ты кто? Да, здорово. Включите демонстрацию экрана. Чё, ты кто? Что я кто? Ну, ты кто? В смысле? Ну, в прямом. Твой повелитель.
Ага, что это сейчас ты закрыл? Не понял. Что ты сейчас закрыл? Кликер. Кликер запрещен. В смысле, я в Roblox играю с ним. Что? В Майнкрафт зайди. В Майнкрафт заходи. Кого? Что это вообще такое? На него там и мамка наорала, и еще что-то. Он вышел из проверки. Боже мой, ребят, это кринж. Баня его за 2-1. Ну, как бы там было, ребят, все видно, то, что это читер, но решил вызвать на проверку, и тут такая вот ржака. Йоу, друзья, под подозрение вот на этого молодого человека, его два раза кикал античитсом, ребят, чтобы вас кикнул античит, нужно реально постараться. Поэтому выключаем ваниш, пинаем его, подождите сюда, пинаем его, вот, пинаем. Здорово. Проверка на читы. 1 минута на скидывание в ЛСДС. У меня его нету, честно. Ясненько, тогда качай. О, стоп, он вышел, стоп. Да, ребят, он вышел, смотрите, попытался избежать и боя, и был убит. Да, нет у него дискорда, ребят, у него вообще ничего нет, конечненько. А, ну, естественно, забанить его за читы. Чат, до свидания, братанчик. Друзья, смотрите вот на этого Адил Гуд Топ. Посмотрите на него, посмотрите, как он бьет. Он просто бьет в сторону, но попадает как-то по нему, и его кикнуло, погоди-ка. Его, ребят, кикнуло, его кикнул античит. Либо же он просто линул в КТ. Ха, это, ребят, очень странно, я, к сожалению, не знаю, где его найти, где его ник найти, потому что я телепортировался вообще к этому молодому человеку. Короче, сейчас он здесь появится, он делает для него, походу, трапку, да? И будем смотреть. Возможно, ребят, это сразу два читера, и мы сразу забаним двух. Друзья, вот он, посмотрите, что он сейчас сделал, что он сейчас сделал, ребят, посмотрите! Ох, вот это сейчас будет, ребят, заруба, это будет дичайшая заруба, давайте ему дадим КТ, чтобы он не ливнул. Да ладно. Да блинский. Нет, ребят, он не ливнул, он здесь остался. Это очень странно, ребят. Ну, в этом молодого человека мы 100% баним, потому что, ну, ребят, ну, понятное дело, то, что он щитами. Блин, ну, даже это было видно. Да, поэтому 2-1 чат, вот таким вот образом, пам, рассыпался в КД, ребят. Ага, собираем его ресурсы. Ах ты ж, тварь, он мои ресурсы забрал. Ах ты ж. Ну, ребят, это просто, это топер. Это реально был топер. Дальше идем, вот этому к Адилу, да, Адил. Адил, здравствуйте, молодой человек, а шо вы не откидаетесь? Вопросик такой вот молодежный, да, получается? Да. Здорово, братан! Кидай свой ДС. Жду 1 минуту. Алло. Алло. Привет, включай один раз экрана. Ты фриз? Нет. Ты рекаешь, да? Да. А ты навсегда забанишь? На 14 дней. Ну окей, я признаю себя читер. Тогда включай тем сразу с экрана, мне нужно удостовериться, то, что ты читер. Как? У меня демки нет. Ты включи вебку и направь вебку просто на читы и все. Нет, забань просто, я читак. Ну я отказываюсь от проверки. Отказ и читы, это там чуть разные вещи, там другое правило. А тогда смотри, заскринь сейчас свой Майнкрафт с временем и кинь сюда вот Дискорд. Сейчас, погоди. Да. Он просто ливнул. Да ё-моё, да нет. Просто забань меня, я не пойду ДС. Ладно, ребят, это признание. За признание мы тоже баним. Да, до свидания. Ну, да, ребят, как бы ресурсы мы, естественно, подсосем, получается, да. Изи ресурсы с читеров, получается, да. Ну да, это у нас, не понял, что за название, осуждаю. Ну и, ребят, последний на сегодня читер, это вот этот вот челик. Давайте к нему телепортируемся. Вот просто на протяжении всего видоса на него очень сильно жалуется античит. Поэтому давайте... Ну что, он ливнул, да? Ну почему вот? Тоже его забаним за 5-1. Если что, будет подавать жалобу, потому что это ненормально, я считаю. Это ненормально, поэтому отказ от... Нет, не отказ, а просто лив от проверки. И, кстати, ребят, если я не ошибаюсь, он был в КД, то есть его там пнули. Жаль, просто жаль. Ну что ж, друзья, на этом все. С вами был я, Фриз. Вот такие ресурсы мы поимели с этого грифер-шоу, либо вообще что это. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Ну, а я пошел снимать для вас новый ролик. Всем пока. Пока. Thank you.